Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Wasteland 2. Ну что, мы в прошлой серии с вами освободили Байчевский, он нам рассказал, куда нам идти, где наша карта мира. В принципе, недалеко от цитадели, так что мы отправимся сначала туда, но перед этим, во-первых... Сделаем доклад. Но пока тратить не будем очки. Подкопим немножко. Плюс ко всему я еще хотел сбегать к нашему динамиту Тану. У него есть гранаты. И я хотел бы их прикупить. Если, конечно, у меня хватит на это денег. Так, по 300. Ох-хо-хо. Не многовато ли за гранаты-то? Обалдеть. 300. Не, у меня таких денег нет. Все по 300. Ладно, до свидос. Значит, не фонтан. Хорошо, выходим с цитадели. И направляемся прямиком тогда по заданию найти защитные костюмы. В принципе, мы здесь все закончили, так что торчать здесь больше смысла нет. Очки пока не хочу тратить, потому что у нас вообще доктор, это же доктор, а у него есть навыки по тостерам, хирургия, сигнализация. То есть, если где-то будут какие-то в этом плане проблемы, то обязательно прокачаем что-то из этого. А талантов вроде бы нет, так что все нормально. Давай выходить. Так, и где наша карта? Трейлер Рика. Сразу бегом. Ну, я же сказал, тут недалеко. Так что нормально. Ну, давай посмотрим. Так, у кого там обзорчик? Что-нибудь сейчас здесь найдем. Мы пришли, трейлер сразу за воротами. Но все по уговору. Я могу идти? Мы ведь так договаривались. Ладно. Давай. Сначала мы посмотрим, где конкретно находится. Может, какая-нибудь засада будет ждать. База рейнджеров вызывает группу Эк. Ответьте. Эк-1 на связи. Прием. Вас понял, Эк-1. Рейнджер Элден, начальник гауптвахты, интересуется, когда вы вернете заключенного Байчевский, которого отпустили под вашу ответственность. Пожалуйста, ответьте. Он мертв. Прием. Прошу прощения, Эк-1. Можете повторить? Вы сказали, что Байчевский мертв. Боюсь, не потребуется подробный отчет, когда вы вернетесь на базу. Под надзором рейнджеров каждому заключенному должна гарантироваться безопасность. Продолжайте выполнять свое задание. Когда вернусь, мы немного поговорим об этом. Вас понял, удачи, конец связи. Блин, он не хочет теперь со мной разговаривать, но здесь какое-то подобие крокодилов. Так, все перезарядились. Ядозуб какой-то. А в чем сложность попасть? Объясни мне. Вот и все. Давай. Начнем стреляться. Обзор заблокирован. Да обалденно. Они вообще интересно шустрые, ребята. Вот эти вот крокодилы. Ядозубы. Так. Два присесть. Три выстрелить. И промазать. Это молодец. А почему у тебя-то опять заблокировано? Чуть не могу понять. Хорошо. Присесть. Кто следующий? Вот у тебя снайперка, хорошо.
Ой-ой-ой-ой-ой. Слишком далеко? Попёрся, попёрся. У него какой-то яд, получается, есть. Смотри, сколько сразу кровяши на мосту образовалось, обалдеть. Так, вас, получается, четверо. Хорошо. Хорошо. Ладно. Так. У тебя вообще-то обзор закрыт, правильно? А, еще разок. Ай, молодец. Отлично. Штурмовая. Штурмовая винтовочка. Давай немножко назад. Отлично. Два хода. Мазать не надо, ну. Молодец. Ну, конец хода. Еще двое. Обалденно. Так, доктора надо лечить. По-любому. Обзор заблокирован? Да почему заблокирован-то? Офигею я с тебя. Класс. Не понимаю, почему обзор заблокирован. Ну, иди сюда. От тебя все равно никакого толка нет. Да почему опять обзор заблокирован? Да за того, что внизу, что ли, они тут сидят? Ну, давай немножко назад пойдем. Устроим засаду. Так, это у нас док? Нет, это, кстати, у нас не док. Это у нас не док. А вот теперь док. Так, хорошо, это вылечились. И надо валить. Давай вот сюда. Тварь. И промазали, молодцы. Вот это вы, снайперы великие. Обалдеть. Хотя бы одного прикончите, что ли. Ну да. Таким образом. Вы просто шикарные красавцы. Промазал, что ли? Обалдеть. Вот это ты мазила. Красавица. По своим просто шикарно стреляешь. Ай, как с ними плохо. Так. Ну хотя бы одного. Хотя бы одного. Так, это хотя бы не отравил, уже хорошо. Все отлично. Наконец-то. Так, всем перезарядочку. Это раз. Во-вторых, у тебя тут заклинило. Сделаем вызов, доклад. Угу. И давай дальше. Стоп, сначала собрать.
Кожа едозуба. Мясо едозуба. Мясо, блин, дороже, чем кожа. Хвост. И яйцо едозуба. Интересно, кому яйца нужны будут? Обана. Тостер. 77%. Есть. Блеклая фотография. Наверное, пригодится. Все, он с нами не разговаривает. Так, сюда нельзя. Какая-какая комбинация? 7-3-3? Ага. Больше ничего нет, кроме сейфа? Больше ничего. 7-3-3. О, хорошо как. Ну и все, можешь идти. Ну. Не хочет. Ладно. Вернем его в цитадель тогда. Тогда я, получается, зря сказал, что он мертв. Нам просто надо будет на халяву тогда подлечиться. Мне сейчас конфликт совсем не нужен. Боеприпас еще на вас тратить. Давай. Бегом сразу в цитадель. Так. Давай, доложим. Эко, это что, Бачовский? Вы же сказали, что он мертв. Зачем нужно было врать мне? Если это шутка, то она совершенно не смешная. Тащите эту пьяную жопу обратно на гоп-вахту. Да, без проблем. Да нет, ничего не надо. Давай вернем, во-первых, его в тюрягу обратно на гоп-вахту. У нас где проход к тюряге? Не сюда. Это хорошо, что я его не освободил, потому что иначе бы он мне не сказал пароль от этого сейфа. Ах, вот не нужно было. Нет, правда. Ох, ладно, давайте его сюда. Запру его снова. Не помыли, да сейчас. Я еще его мыть собираюсь. Не хочу и мыть его. Сам его мой. Так, в итоге защитный костюм есть. Что дальше? Где он вообще? Вот он. И куда его? А, просто предмет задания. То есть одевать никуда не надо, правильно? Ну... По идее, да. Он никуда не одевается. А, снарядить. А кого я снарядил? Хм. Так, я его не выбросил. Да, вроде не выбросил. Ну-ка, подожди еще разочек. А, куда я его снарядил? Здесь нигде не видно. Может быть, вот так? Это биография. Свободные очки атрибутов даже есть, но пока что-то ничего нет. Может быть, потом появится. А, вот, устойчивость к радиации 4. У всех, правильно? Да. Да-да-да-да-да. Хорошо.
Все в порядке, тогда можем идти. И отправимся мы сначала к доктору, как я уже сказал, а потом отправимся к кочевникам Крельсовым. Заодно пройдем, попробуем эти защитные костюмы. Ну-ка, давай попробуем. Сейчас, вылечимся. Так, раны. Все? Отлично. До свидания. А, ну-ка, подожди. Будете принимать боль утоляющие, если мы их найдем? Да, черт побери. Буду принимать все, что могу достать. Готов с вами меняться 2 к 1. Да? Что, если мы найдем лекарство? Шутники. Лекарства не существует. Лет уже 150. Как? Только если поверьте тем шизикам, что говорят, будто Финстер его сумел создать перед самой смертью. Кто такой Финстер? Безумный ученый, жил в деревне Дарвин. Занимался модификацией людей, приспосабливался к их сложным условиям. Ходили слухи, что он занимался также заразными болезнями и лекарствами от них. Сказки, конечно. А даже правда. Деревни Дарвин больше нет. Где находилась деревня Дарвин? К северу отсюда. Спросите Сагаро, но больше ее нет. Рейнджеры ее разрушили, а потом еще радиация. Ничего не осталось. Сержант Сагаро, что вы об этом знаете? Молотильщик наш картограф, он в библиотеке. Следит за тем, где что и где оно было раньше. Так, да в принципе пока нет. Давай спросим. Хотя подожди, я же хотел испробовать навыки тостера. Где наши навыки? Попробуем сейчас сюда качнуть и посмотреть, что получится. Какой уровень мастерства стал? 27. То есть, прикинь, чтобы его взломать, это офигеть, надо полностью прокачать. Это очень много. Что за деревня Дарвина? Дарвин не Дарвина. Никакому Дарвину она не принадлежит. То есть, вообще никому не принадлежит с тех пор, как туда пришла радиация. Заброшена. Я помечу на карте, где она была. Ух ты! Далековато. Далековато. Ну, в принципе, если от кочевников иди, то, может быть, и пройдем. Если здесь есть проход. Приятной прогулки. Спасибо. Так, выходим. Мы, в принципе, подлечились. Так что все нормально. Где тут выход? Кстати, выход. Сначала вода. Пополнить запасы водой. Все, теперь можно выходить. Так, идем к кочевникам. Где моя карта? Заодно проверим костюмчики. Ну, вроде бы защищает. Так. Ну-ка, давай смотреть, что здесь есть вообще. Ага, что-то уже я нашел. Главное, чтобы здесь было чисто. Вроде чисто, давай копать. Ага, а человеческий глаз. Давай теперь сюда. Нет, тут вроде пусто, ничего нет. Так, надеюсь, здесь будет мирно. Рельсовые кочевники.
А здесь что? Посторонним вход воспрещен. Табличка упала. Да? Блин, засада какая-то. Ну давай. Не, вроде орёт. Где? Чё-то я не вижу, где он тут? Каким образом? Ага. Здесь надо силу. Давай, 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 давай. Thanks for saving me, strangers. Вы не видели мою подругу Джесси. Она не смогла сама помочь мне и побежала за помощью. Недалеко от города. О-о, я должен успокоить маму, но потом надо найти Джесси. Что тут за тотемы? Аткинсоны тайком брали воду из нашего колодца. Когда Кекаба узнал об этом, он убил одного Аткинсона и украсил тотемный столб его костями в назидание остальным. А потом вода в озере испортилась, никто не знает почему. Кто такая Джесси? Она моя подруга. Мы сюда пришли, потому что к озеру никто больше не ходит. И мы думали, побудем тут одни. Ага, почпокайтесь решили, да? Вы какие-то индейцы, что ли, я не знаю. У вас какая-то боевая раскраска. Мы играли в салки, а я отпустил ее, упал в озеро. Кто такие Аткинсоны? А, ну когда спросим, почему вода в озере такая густая. Раньше вода была прозрачна, как стекло, а потом вдруг стали резко цвести водоросли, и вода покрылась слоем гнили, который засасывает что зыбучие пески. Если бы не вы, так бы я и потонул. Кто такие Аткинсоны? Аткинсоны жили в лагере вместе с нами, но господин Кекаба заставил их уйти. Теперь у них свой лагерь на другом конце города. Кекаба говорит, в них можно стрелять без предупреждения. Я ненавижу это правило. А, хитрожопый четвертый. Почему Кекаба заставил Аткинсонов уйти? Все началось с крушения поезда. Давно я только родился. Подробностей не знаю, но с тех пор мы и враждуем. Топиканы ненавидят Аткинсонов и наоборот. Это так глупо. Что такого глупого в вашей вражде? То, что мы одного племени. Мы должны любить друг друга. Мы друг друга убиваем. Только и делаем, что убиваем. Мало того, что теперь еще и рельсовые воры нас убивают. Я так боюсь за Джесси. Что это за воры, крадущие рельсы? Банда разбойников. Они засели между нами и Аткинсонами и нападают на любого, кто сунется на их территорию. Теперь нам Джесси еще труднее встречаться. Кто такой Кекаба? Вождь нашего племени. Он обычно сидит на вокзале, следит за золотым костылем. Все, кто приходит в лагерь, должны у него отметиться. Только не глазейте на его обрубок. Что еще за золотой костыль такой? Это самое ценное, что у нас есть. Железнодорожный костыль из чистого золота, подаренный нам самим Джоном Генри. По крайней мере, так мама говорит. Кто такой Джон Генри? Бог железнодорожников. Он создал поезда и проложил пути. Если ему не молиться, поезда не будут ходить. Да? Бай. Бай. Так, здесь можно копануть. Это что? Давай наполним. Так, во-первых, доклад сразу. Здесь требуется 26 силы. Это много. Ну, везде требуется... Ну, в принципе, я могу прокачать силу, да? А, у тебя задира 5 уровня. Ну, кому-то надо, кстати, прокачивать Джапализа, еще всякие разные эти. Ну, давай качнем грубую силу. Вот. Сразу 61%. Неудача. А еще разок.
Ну, либо будет травма, либо нас несет ее все-таки. А ё-моё, ну снесит этот долбанный столб. Есть. Вот хорошо, что я его, по-моему, не стал ломать, потому что иначе бы этому парню просто прибил бы нафиг. Так, давай сюда. Копай. Попробуем узнать, что здесь находится. Бирюза. Ого. Ну, допустим. Так, перебрались. Ух ты, блин. Старейшина Сэмюэль Коул. Угу. И как сюда перейти? А, ну, в принципе, нормально. Можно, давай копать. Так, это распределили. Давай обратно. Тут есть, кстати, чемоданчик. Можно открыть. Ага. Нет. Только если мы там, по-моему, откроем забор. А что-нибудь еще здесь есть? Полезно. То мы как-то бежали, 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 бежали. Все, быстро, быстро, быстро как-то. Да, вот тут можно выкопать что-то. Так, это пригодится. Дальше смотрим. А здесь, защищая Санта-Фе, погиб храбрый рейнджер Тиздейл. Пусть они забрали наши дома, но он спас наши жизни. А где могила его? Так, ну здесь вроде уже все. Да, тут не копать ничего нельзя, давай... Идем дальше смотреть. Памятника тоже никакого нет. Оба-на. Нельзя. А как что сюда попасть? Может потом откроют мне двери эти? Да, как? Она об этом позаботится. Как ты сюда попадешь? Скажи на милость. Вот и все. Не попадешь. Топикан какой-то. Не понял, мертвый, живой. Может, ему как-то можно помочь? Ну-ка, док. Не может применить навык. А если вот эту аптечку? Блин, может. Но это моя последняя. Ну я ж тебе вроде помог. Нет? Последнюю аптечку истратил, дружище. Так, добавить. Может быть, так лучше сделать? А то я две аптечки потратил на него, а толку никакого. Во! Так и надо было. Уф, спасибо, рейнджеры. Как бы не вы, тут бы мне и конец. На дороге была бомба зарыта. В кофейной банке. Надоели гребаные откидсоны с их гребаными бомбами. Зачем закладывать бомбу так близко к лагерю? Уф, Аткинсоны насажали этих жутких самодельных бомб по всему лагерю. Они говорят, что убивают только в отместку за убийства, совершенные Кикабо и его рубаками. Но, уф, войну начали они. Аткинсоны, что вы об этом знаете?
Когда-то они были братья Топиканом. Мы работали вместе. Они прокладывали рельсы, мы водили поезда. Пока не сошли с ума, не пустили поезд под откос и не начали нас убивать бомбами. Но если хотите знать подробности, спросите Кикабу. Кикаба, что вы об этом знаете? Вождь Топиканов. А, простите, боль не проходит. Он в общинном доме, вперед по дороге, за поворотом. Найдите его, прошу. Ладно, найдем. То есть... Джунгли сюда. Давай сюда. Джесси. Рейнджерс, ты спас Ралфи. Ты лучший. I'm waiting for him to meet me here after he tells his mom that he's okay. Какой-то странный велосипед. Во! Я же сказал, тут можешь что-то сделать. Ну-ка попробуй. 77%. Блин. Ну вот только не взорвись, пожалуйста. Beyond criminal. That's straight up evil. Is that a bomb? Oh, you saved my ass, Rangers. I could have stepped on that at any time. Да-да-да. Да-да-да. Так, давай сделаем доклад. Да, не за что. Ну, во-первых, надо нашему зарабабачку прокачать навыки пистолета, потому что у него вообще они никакие. Вообще абсолютно. Вот и отлично. Чтобы лучше стрелял, а то как-то слабовато. Как-то реально слабовато. Ну, попробуем пройдемся сначала по этой детской площадке, правильно? Мало ли, вдруг где-нибудь еще найдем. Заминированные поля. Блин, какая-то здоровая территория, реально. Так, это водостойник, это дом Кельвина, дом Паркера, дом Кэти. Это я сейчас просто пошел в обход. Так, ну-ка давай посмотрим, что здесь еще есть. Я, кстати, могу здесь пройти. Угу. Здесь можно побеседовать. Вроде ничего не заминировано. Бродяга, бродяга, это все такие мелочи. А вот кто-то у них должен командовать ими. Вот, точно, наверное, Скотт Чмо. Скотт Чмо. Вот этот, наверное, тот нам нужный человек. Так, ну-ка выкопай ямку. Так, отлично. Что еще есть? Везде бродяги, бродяги, никаких вроде шкафчиков и ничего нет такого. Ну давай поговорим с этим Скотт Чмо. Я был знатным бойцом, пока меня не споили. Всегда хотелось быть рейнджером. Можно мне с вами? Лучший напиток на земле, я всегда говорю. Пока человек держит свой ум пустым, а печень полной, ему не о чем беспокоиться. Так что скажете, можно мне к вам? Я не знаю, какой-то бухой Скотт Чмо. Ну давай. О, ты у нас стреляешь из дробаша. Ну-ка давай посмотрим, какие у тебя еще навыки есть. Ты у нас взлом сейфов и отмычка. Круто. Талантов нет. Очков свободных нет. А можете как-нибудь этот, того? Хотя, пусть походит, наверное, да? У нас пока только шестеро, мы можем еще одного нанять.
Ah, my people. Brother Bose, for shame. Remember the Hoboken? Здесь ничего нет. А вот здесь вот что-то есть. Что это такое? Оба-на, звезда рейнджера АК. Дневник АК. По заданию какому-то? Ну-ка попробуем вызвать... Нет, нельзя. Ладно, там уже, наверное, какое-то будет задание. Адский клинок. Check for clues to who killed him. I'm afraid I'm gonna start. Damn it. Damn it. Wish we didn't have to tell Vargas about this. It's gonna kill him. Подожди, у меня какое-то появилось задание, что ли, в журнале? Ну-ка. Так, теперь, когда у нас есть противорадиационный костюм, мы готовы к поискам Дамонта. Нам надо будет найти путь через радиационное облако и в каньон, разделяющий территорию рейнджеров и Дамонту. А мы встретили Топикана, раненого взрывом бомбу. Он попросил рассказать господину Кекабе, лидеру Топиканов, что с ним случилось. А помогите Джесси спасти Ральфи. Мы обезвредили мини-ловушку, заложенную под велосипедом детской площадки. Хорошо, что мы успели вовремя и никто не пострадал. Картограф Сагара предоставил нам точные координаты деревни Дарвин. Он сказал, что это голые развалины, что мы точно ничего там не найдем. Более утоляющий для доктора. А, надо будет доложить, получается, этому новому мэру. Тогда это здание исчезнет. Но это как-нибудь попадем опять в хайпул. И обязательно доложим. Что это такое? Черепаха? Ты ее будешь переворачивать 3 часа, что ли? Bad luck, man. Bad luck. Подожди. А все уже, да? Нельзя ее задрессировать? Да, нельзя. Ну ладно. Наверное, она что-нибудь нам дала. Какой-нибудь бонус. А может быть, просто с помощью этой дрессировки она просто взяла бы и перевернулась. Азбука какая-то. Так, здесь уже не пройти. И, в принципе, здесь тупик. Угу. Ясно. Какая-то черепашку спасли. Вот это мы спасатели, конечно, Малибу. Hey, wait, I gotta go dig up my secrets in disguise. I'm gonna need some squeezes for the roof. Oh, shoot, can't remember where I hid my juice. I'm gonna have to follow my nose. Понюху. Понюху на нем? Мы что, сейчас будем с тобой искать твою заначку, что ли? Обойдешься, давай вперед. Так, еще вот здесь не были. Не там моя заначка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Что-то закопали. Надеюсь, здесь нет никакой ловушки. О, ничего себе. Еще тяжелое оружие. Так, сюда нет прохода, а сюда. This is Chief Kekaba with a warning about Circuit. Smoking ground of scorpions may be fun at first, but it can lead to addiction and death.
Keep Always your wanted pride. Me one of these. Don't take the first puff. Some people have. Наркоман-стрелок, наркоман-стрелок, наркоман-стрелок. Одни наркоманы, блин. А у них тут ничего брать нечего. Да здесь вроде как бы тоже пусто. Да, территория-то у них большая, смотри какая. Много всего чего тут есть. Но только все это надо копать. Ну, давай, копай. Это что такое? Волшебные грибы? Предмет задания. Журнал обновлен. Скотчма хочет найти свою заначку, закопанную где-то в лагере лесовых кочевников. Память у него уже не та, но вот нюх как у ищейки. Когда дело доходит до алкоголя, когда мы будем близко, он почует выжимку. И что? Мы нашли возле старого места крушение поезда радиоактивные грибы. Может пригодятся кому-то из лесовых кочевников. Ладно. Так, ну ты, получается, свою выжимку так и не нашел, да? Иначе бы ты... Унюхал бы уже давно. А здесь, в принципе, больше ничего и нет. Ладно. Хорошо. Может быть, вот здесь, вот этой яме, есть что-то? Что-то, кстати, есть. А может, ничего и нет. Просто пока проход. Оба-на. Тут целое кладбище. Так, ну могилы я вырывать не буду. Откапывать тоже ничего не хочу. Хорошо, продолжим изучать уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.